Это славянский культурный код. Славянские традиции, обычаи, обряды и обычаи. Их следует усилить ритуал. Вместе с тем, известно, что современный русский язык обеднел с изъятием из него ряда букв, лингвистических элементов. Изъятые из алфавита буквы «ять», «фита» и «десятичные» остались в прошлом вместе с текстами, написанными с их применениями. То есть мы даже не понимаем, что они означают и как их применять, понимание этой семантики, этого смысла, этих знаков и символов. Вот. Произошла утрата индивидуальных и коллективных способностей, как в самом акте познания, то есть мы утратили инструмент познания, так и самого знания, то есть как следствие мы не знаем там чего-то, то есть у нас отсутствует знание о самом акте познания. А как еще можно познать то, где мы существуем, где мы живем, для чего мы живем и так далее. Однако существует возможность вернуть в широкий обиход одну из утраченных букв, букву цефита. Возродить ее семантику через устройство, новый продукт, изделие в ряде отраслей легкой промышленности. Восстанавливая коренные смыслы, возникают шансы встать наконец-то с колен. Промежуточные выводы по пункту 2. Усилить ритуал. Ритуал, обряд, алгоритм действий. Действия по выходу из колониального рабства к победе в войне нового гибридного типа с опорой на славянский генезис. Глубинные знания, происхождение и начало самосознания. Каким будет сознание, таким будет и все остальное. Все общественные и государственные узлы, от экономики до стратегической безопасности, являются следствием сознания. Но профессор Назаров на общем собрании четко, членораздельно, категорично заявляет, не надо про изменение сознания. Изменить логику социального поведения можно только посредством изменения сознания. Так, вот это про Назарова надо здесь убрать, что-то я прямо. Сознание.